Суббота. У Титов Арены огромные очереди. Еще за 5 часов до игры было известно, что все билеты на матч «Динамо Алтай» против «Омских крыльев» раскуплены. На последний матч сезона пришло почти 5000 болельщиков. Динамо вперед! «Динамо Алтай» перед последним матчем сезона никаких задач перед собой уже не ставила. Команда не попала в плей-офф, поэтому завершить хотелось бы на мажорной ноте. И хозяева активно начали встречу, забросив первую шайбу уже на 58-й секунде. Если так посмотреть, третий период, никуда не делись силы. Я думаю, что это соперник нас заставил так, скажем так, больше обороняться, и, ну, в принципе, выстояли, да. Молодцы, и в третьем периоде пытались достать, но некоторые индивидуальные ошибки не позволили нам это сделать. Следующие голы болельщики увидели только на последних 10 минутах. «Динамо Алтай» забросили еще одну шайбу. Тут же амичи сократили отрыв 2-1. За минуту до финальной сирены барнаульцы вновь забросили, но через 20 секунд пропустили. Итоговый счет на табло 3-2. «Динамо Алтай» завершает сезон хорошей победой. Игра отличная, молодцы ребята, сыграли хорошо. Маленько спаховал вратарь, но ничего, бывает. Мне понравилось то, что у парней были свои домашние заготовки. И особенно даже первый, как говорится, гол мы даже не заметили. Это была главная, наверное, домашняя заготовка. Во-первых, поздравить всех болельщиков с победой. Низкий поклон за сумасшедшую поддержку. Это остается вот здесь и остается навсегда. Когда так болеют, мы, наверное, не имели права сегодня просто проиграть. Поэтому парни отдали все. Было очень непросто, все видели. Ну, как всегда, спасибо команде за валидольную концовку. Набрав 56 очков, ровно половину, мы завершили сезон. Очень рановато, мы где-то сожалеем. Завершился матч мешкопадом. Все мягкие игрушки отправятся юным подопечным клинического центра охраны материнства и детства. А сегодня состоялась пресс-конференция по итогам сезона. Все подробности завтра в нашем выпуске. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.